Я себе хочу слово дать. Можна говорити? Шановні колеги, я зараз звертаюсь до всіх, і до коаліції, і не коаліції. Давайте перестанемо зараз позорити парламент. Якщо ми обговорюємо уряд, будь ласка, давайте обговорювати уряд. Давайте не позоритися перед пресою, давайте не позоритись перед українським народом. Це основне. Якщо не потрібне обговорення, давайте його припинимо. Пане головуючий. Дайте мені слово. Будь ласка. Будь ласка, народний депутат Тетерук. Я передав слово. Будь ласка, Андрій Анатолійович. Уважаемые коллеги, я понимаю, что несколько все утомились и чувствуют себя неуютно. Я бы вам хотел напомнить, что у нас страна в состоянии войны, и те, кто там сейчас на передовой, они сейчас в разгрузках и требуют наших решений в том числе. И кто тут устал, будьте добры, как-то себя контролируйте и проводите нужную нам работу. Мы сейчас выбираем кабинет министров, и мы должны понимать, кто эти люди, что они будут делать в ближайшее время. Самое опасное. А тут уже устали и начинают заниматься ерундой. Я вас убедительно прошу, блин, успокоиться и продолжить работу в том русле, который этот мы должны делать. Потому что если у нас сейчас возникнут немного другие ситуации, всем будет жарко в общем объеме. Дякую. Спасибо. Будь ласка, народный депутат.